很喜欢。Domnilor și domnilor, imnul de stat al Republicii Moldova. Указом президента Республики Молдова за особые заслуги в развитии спорта и олимпийского движения, выдающиеся успехи, достигнутые на международных соревнованиях и пропаганду здорового образа жизни, господин Сергей Маркач, призер Олимпийских игр, многократный чемпион Европы и мира по водному поло, тренер, награжден орденом Дюануаре. Я вас поздравляю, спасибо большое за то, что вы сделали для нашей страны, для нашего спорта. Знаю, что вы молодое поколение тоже присутствует. Поэтому с нашей стороны, с молдавского народа, вот это мы так, я думаю, что вы ее заслужили давно. Я рад, что я лично вам помогу. Спасибо большое. Я рад, что сегодня вы меня пригласили, награждаете. Мурашки, похоже, испытывают, как в 92-м году, когда первый президент Молдовы, Леонид Снегов, пригласил призеров Олимпийских игр. Мы сидели в зале и радовались такому большому успеху. Я рад, что наши контакты сохранены. Когда я приезжаю домой, я всегда прихожу в бассейн. Слава Богу, живу на городе. Нашка? Да, Нашка первый дом в бассейне. Ну и контакты. Я вижу, как молодежь растет, совершенствуется в мастерстве, здоровый образ жизни. Поэтому хочу пожелать вам успехов, мира, добра, ну и процветания. И нужно нормальный бассейн,